История профессиональных союзов России давно перешла вековой рубеж. В 70-е годы количественный состав превышал 100 миллионов трудящихся. Сегодня же в совокупности в профсоюзах страны состоит только 1 миллион человек. Многие попросту не знают, что это за организация и для чего она нужна. В частности, для решения этой проблемы и проводит всероссийский семинар. На повестке вопросы кадровой и информационной политики. Профсоюз – это, в общем-то, орган в наших руках, через который можно решать все вопросы. И основная беда на сегодняшний момент профсоюзного движения – это наше с вами пассивное отношение к этому. Мы говорим, что мне еще даст профсоюз? Он тебе ничего не может дать. Он защищает твои интересы. Если у тебя есть какие-то проблемы, проблемы по работе, по твоей заработной плате, по охране труда, приходи в профсоюз, решай их конституционно в рамках действующего законодательства, и профсоюз тебя защитит. Работа профессиональных союзов помогает не только каждому отдельному работнику, но и влияет на решение более глобальных проблем. Не так давно профсоюз выступал против инициативы по увеличению пенсионного возраста госслужащих до 65 лет. В итоге добились отсрочки принятия закона. Профсоюзы помогают наладить диалог между работодателями и работниками и способствуют решению многих насущных вопросов. Органы местного самоуправления города активно поддерживают профсоюзные движения и принимают непосредственное участие во всех мероприятиях, которые проводят профсоюзы. В прошлом году семинар проходил в Крыму, позапрошлом – на Северном Кавказе. В Улан-Удэ совещания будут идти до 11 августа. Ксения Шабаева, Андрей Дармаев. Новости дня.